В этом году отдел Министерства внутренних дел по Ноябрьску отметит 30-летний юбилей со дня образования. Сам праздник намечен на май, но подготовку к нему полицейские начали уже сейчас. Мы хотим осветить наиболее важные моменты, которые происходят сегодня в отделе, которые ранее были, имели место. Мы хотим, чтобы люди нашего города знали, что есть сотрудники, которые с честью и достоинством несут свою службу, которые, не щадя времени личного, сил, отдаются полностью, целиком своей работе. Мы начинаем ряд публикаций, приуроченных к 30-летию со дня образования отдела Министерства внутренних дел по городу Ноябрьску.